Значит, здесь у нас собраны инструменты, которыми мы будем пользоваться. А внизу цвет. У нас цвет должен у всех быть черный. Мы рисуем только контур пока. И пытаемся с вами сделать свой вариант вот этой веселой задачи. Вам понравилось? Какое-нибудь лицо, да? Да. Вам понравилось ее решать? Да. Ну, кому-то нет, кому-то да. Но, тем не менее, мы с вами попытаемся сделать свой вариант. Будем пользоваться только овалом. И чтобы нарисовать личико, тоже будем пользоваться только овалом. Ну, а если мы хотим закрасить глазик, то нам может понадобиться еще и кувшинчик. Он проливает краску, все помнят, да? Хорошо. Значит, а еще может понадобиться ластик. Если что-то не получится. Да, если что-то не получится. Но очень хотелось бы, чтобы все-таки у вас что-то получилось. У нас вот больше половины ребят смогли нарисовать кое-что. Но рисовать мы будем тоже определенным образом. Мы делаем коллекцию наших бровок, носиков, глазиков и ротиков. У тебя вот такой вот ротик, правда? Или вот такой вот ротик. Или вот такой носик. Да. Или вот такие глазки. Или вот такой носик. Да? Или просто точечки глазки. Или бровки совсем другие. То есть каждый выбирает все, что он хочет нарисовать. Это черный? Но по одному сразу. И посередине листа внизу большой-большой овал, куда все эти наши органы нарисованных чувств могут собраться. Это не предмет. Что ты хочешь спросить? Я еще на это поговорю, 7 раз отметим, 1 раз отметим. Но мы уж точно не успеем. Нам нужно нарисовать хорошо, чтобы было и по одному разу, не по 7 раз. Так. И рисуем, вот как я попросила. Наверху мы рисуем отдельные части лица, а внизу большой овал. Понятно? Да. Ну, тогда садимся за маску. Мам, белку сделаем сейчас. На овал карандашом нажимаем. А может быть, я инструментом таким? Какой-то есть инструмент? Овал тебе поможет? Да. И внутри стираем. Смотрите. А у ручки что это? Это он очень маленький для тех глаз. Брови, которые ты сделал. Давай еще раз. Тоже нарисуешь. Только все это сказано было выстроить в один ряд. Понимаешь? Не вот так вот расположить. А выстроить в один ряд. Так. Мне нужно рисовать другой глазик. А как ты его рисовала? Овальчик внутри пустой. И вот такой овальчик у тебя появится. Да? Получился овальчик? Сама нарисуй. Я не могу стереть. А ты сама нарисуешь? Это я стерла свое. Так, получились у тебя глазки? Да. Замечательно. Вот, вот стерла.